Прошлый год внес в повседневный быт коммунальных служб столицы Карачаево-Черкесии немало нового. Помимо ряда благоустроенных дворовых территорий и парковых зон, уложенного асфальтового покрытия нескольких автодорог в Черкесске, проведено обновление площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Но, похоже, новые контейнеры пришлись по душе далеко не всем. Подробности в репортаже Артура Мхце. Попова, пересечение Попова и Шорса. В столице Карачаево-Черкесии вновь потрудились вандалы. Похоже, что кто-то с маниакальной настойчивостью старается испортить все, что делается для благоустройства Черкесска. Пока строители и коммунальные службы в меру своих возможностей создают относительно комфортные условия для жизни горожан, любители показать свою глупость и отсутствие культуры поведения работают в обратном направлении. Очередными их мишенями стали контейнеры для сбора мусора. За последнее время было совершено два факта вандализма по отношению к контейнерным площадкам. То есть был совершен поджог по двум адресам. То есть это Кавказская, Чапаева, перекресток и на Парковой 1. Представителям коммунальных служб Черкесска пока не удалось найти вандалов, чтобы поинтересоваться у них, чем именно не угодили пластиковые емкости. А тем временем испорченное городское имущество пришлось восстанавливать. И далеко не в первый раз. Эти контейнера были заменены, но впредь хотелось бы людей, так сказать, попросить о том, чтобы они не совершали таких поступков. Во-первых, как бы это стоит денег, во-вторых, это пожароопасная ситуация. То есть не факт, что только контейнер сгорит, мало ли, может что-то еще рядом возгорание какое-либо произойдет. Вместо того, чтобы тратить деньги на создание дополнительных удобств для населения, городу приходится латать дыры, снова приобретать контейнеры. Впрочем, глядя на в целом пренебрежительное отношение жителей к труду коммунальщиков, мало чему удивляешься. Например, владелец этого оставленного около емкости для мусора авто вряд ли решил сдать в утиль свой транспорт. Но вот создать помехи для сотрудников спецавтохозяйства ему уж точно удалось. В настоящее время во дворах региональной столицы и вдоль проезжей части установлены несколько десятков контейнерных площадок нового типа. Работы в этом направлении будут продолжены, лишь бы не мешали те, кто и сам ничего хорошего не делает и другим не дает. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.